Вторая чеченская кампания. Граница Ставропольского края. Обычная воинская часть, простые российские солдаты-саперы. И вот получен приказ разминировать бывшее хлебное поле, на котором никто не сеет уже более 10 лет. Военные и местные жители называют его мертвым. Ну что, лейтенант, первый раз такое видишь? Ну, желаю, что в последний. А жизнь идет, сельчане налаживают послевоенный быт, а юные солдаты пытаются эту самую жизнь понять. Первая есть! Ура! Ура! Военная драма «Мертвое поле». Сразу две серии подряд. 15 августа на телеканале «Самара ГИС».